Трудно представить, что эти руины были когда-то домом культуры с кинозалом вместимостью до 200 человек, где каждые выходные крутили фильмы, и огромной сценой, на которой вокальные и хореографические ансамбли показывали зрителям свои номера. Вот уже более 18 лет этот ДК закрыт. В обветшалом здании успела обрушиться крыша, а со временем и стены. По государственной программе под снос идет старый клуб. На месте старого клуба будет построен детская площадка. Новая площадка Дома культуры начата. Работы идут на новом месте. Возвести новый сельский дом культуры было решено на новом месте, а старый снести, построить вместо него детскую площадку. Этот объект важен для аула. Он должен поднять на новый уровень культурную жизнь и досуг местных жителей, особенно подрастающего поколения. А еще он будет способствовать открытию новых рабочих мест на селе. Работы не прекращаются, каждый день рабочие работают. Планируем на открытие клуба сделать праздник грандиозный. Планируются и также кружки танцевальные, библиотеку, чтобы дети, как говорится, не шлялись по улу, занимались танцами, пением. По плану строительства этого дома культуры завершится к концу текущего года. Одновременно в республике строится еще 5 новых сельских ДК, которые, без сомнения, будут способствовать развитию многонациональной культуры народов Карачаева-Черкесии. Ренат Ибрагимов, Заур Лиев, Архыз 24.